Учебно-тренировочные сборы летчиков армейской авиации проходят в Актобе. Свое мастерство совершенствуют пилоты из 6 регионов республики. Экипажи должны выполнить в воздухе несколько сложных задач. Подготовку должны пройти более 30 военных летчиков. На полевом аэродроме побывала Лейла Уесова. Это полевой аэродром возле села Хлебодаровка. Экипажи готовятся к вылетам. В составе каждой группы 3 человека. Летчик-инструктор, обучаемый пилот и борттехник. На транспортно-боевых вертолетах Ми-8, Ми-17 и Ми-35 им предстоит выполнить в воздухе несколько сложных задач. Одно из основных упражнений – полет по приборам под шторкой. Это когда создается имитация полета в облаках при нулевой видимости. Прибыли из Астаны, чтобы сам как инструктор и как сам обучающий летчик, чтобы навыки не терялись. Приехал сюда на эти сборы, чтобы повысить свой уровень до первого класса. Рустем Жайлыбаев – выпускник Военного института сил воздушной обороны. 4-й год работает летчиком-инструктором. За плечами сотни часов летной практики. Сейчас пилот за штурвалом вертолета Ми-8. Говорит, даже если погода благоприятствует полету, в небе нужно быть готовым ко всему. Выполняем полеты в простых метеоусловиях. Бывают сложные метеорологические условия при наличии облаков и видимости менее 2 километров. Также бывают полеты при установленном минимуме погоды. Армейская авиация отрабатывает навыки полета в экстремальных условиях. К примеру, если отказал один из двигателей или нужно посадить вертолет на небольшую площадку. А также летчики проводят имитацию воздушных боев. Полевой аэродром оснащен комплексом светотехнического оборудования и радиолокационной системой посадки воздушных судов. Это позволяет проводить летную подготовку в сложных метеоусловиях, в том числе на заснеженном ландшафте и при достаточно низкой температуре воздуха. Полетами руководит начальник военного института Талгат Сыздыков. По словам полковника, с каждым годом материально-техническая база военного института укрепляется, обновляется и парк авиатехники. Сегодня летчики шлифуют мастерство на современном воздушных судах. Данный сбор ставит целями задачу повышения классной квалификации и повышения уровня летчиков для выполнения боевой задачи летным составом армейской авиации во всех метеорологических условиях, как ночью, как днем, так и ночью. Накапливается богатейший опыт, отрабатывается, оттачивается методика летного обучения, что, несомненно, в будущем и сейчас передается нашим курсантам. Сборы продлятся до конца марта. За этот период подготовку пройдут больше 30 летчиков из Актобе, Астаны, Алматы, Шымкента, Актау и Семея. Лейла Уэсова, Жумарт Кудайбергенов, телеканал ТДК-42, Актобе.